Всем доброе утро! Сегодня пятница, 4 сентября. Впереди первые сентябрьские выходные, которые будут очень теплые. Именно по этой причине мы решили поехать отдохнуть с палатками на речку Дон. Несмотря на то, что школа уже настала, очень хочется насладиться последними деньками теплого сентября, так скажем, бархатного сезона, и отдохнуть немножечко с палатками, потому что у нас средняя температура воздуха в последние вот эти 4 дня сентября около, наверное, 29-30 градусов тепла. Вы понимаете, насколько жарко, насколько еще можно отдохнуть с палатками в лесу. Очень надеюсь, что вам понравится это видео. Оставайтесь с нами и приятного просмотра. Но перед тем, как ехать на Дон, надо хоть сходить в школу, потому что пропускать весь день я не очень захотела, поэтому я решила пойти на 6 уроков, уйти с 7 и 8 урока, собрать спокойно вещи. Я еще ничего не собирала, мне уже надо выдвигаться в школу, ну ничего страшного. Собрать вещи, сесть в машину, заехать за моей подругой и поехать отдыхать. Но это все вы увидите дальше, поэтому приятного просмотра. Современный технический прогресс дает возможность активно осваивать ближний космос. Он обеспечивает... Приехали на место. Сейчас идем за водой на родничок. Вот. По тропинке ездила. Снова здесь. Почти тем же составом. Мне кажется, мха больше стало намного. Ну, уже ж осень делается. Блин, как красиво. Осень наступает. Делается. Вода чистейшая, блин. Вообще, ну, конечно, бьет. Он где-то там бьет. Блин, красота. Это художество можно найти в нашем лесу. В нашем. В нашем. Это наш уже лес, девочка моя. Мы лежим на пледе, чисто где-то в лесу. Там Дон, тут мы лежим и мы видим вот такое вот красивое небо. Хобаном. На пледике красивом. Свою. Власти Германии заявили, что его пытались отравить ядом из группы боевых ядов «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядом. В смысле? Ну, рыбачишь, мы... Может, я сейчас выгляжу не очень, потому что я только встала и вышла из машины после сна. Но традиции нарушать нельзя. Сейчас 6 утра, и я стою напротив Дона. Тут течет Дон. Вон там наша машина. Вон одна, там вторая виднеется. Я сейчас хочу сходить на наше место.
Вот одна машина, вот там беленькая, там палатки. Ну, еще одна машина, а я сейчас хочу сходить к воде прям ближе. Там вон уже человек на моторке подплывает. Я в шоке, во сколько он, интересно, встал. Знаете, прошло 2 месяца, мы снова здесь. Плюс-минус в это же время. Ляпота. Тебя букет ромашек, улыбкой своей я вечер скрашу. Ты наивно на все ведешься, этой ночью со мной остаешься. Люди ездят отдыхать от всего, просто на отдых от всего. Я же... Здравствуйте. Это вот водяная мельница, и вода вот здесь утекает в Дону. Что было делать? Мы набрели на озеро. Совершенно случайно. Вот это вот, получается, родник где-то там бьет, и потом в Дон впадает. Блин, классненько. И чисто. Если бы не вот это вот, не знаю, тина и так далее. Гляньте, какая чистая, блин. Вообще чистейшая. Знаешь, что тут есть озеро? Я не знаю. Просто она отражается в ней все. И вон там, блин. И вот, наверное, где-то там она бежит. Угу, начинает, да, вот видишь, она там.